Работа с маленькими детьми всегда привлекала Татьяну Кощееву. Для нее малыши – это источник вдохновения и жизненных сил. Дети открыты чему-то новому. Стараясь дать своим воспитанникам как можно больше знаний, Татьяна Кощеева и сама находится в постоянном саморазвитии. Каждый день у нас проходит в рамках какого-то, можно сказать, мини-проекта. Мы постоянно что-то узнаем. Каждый день для нас это очень интересный день. И мне это очень дорого давать именно детям новые знания, потому что до этого они его нигде, возможно, даже и не приобрели. Сейчас на попечении Татьяны Кощеевой ребята подготовительной группы. Дети испытывают к своему воспитателю искреннюю любовь и уважение. Татьяна Владимировна очень хорошая, добрая, и я очень много чего узнала. Татьяна Владимировна очень хорошая, добрая, красивая. Она нам очень хорошо читает книжки и рассказывает. В своей работе Татьяна применяет различные методики, делая упор на логические способности детей. Для участия в региональном этапе конкурса воспитателей Татьяна представила свои разработки, показала занятия по математике и основам финансовой грамотности. Женщина не обошла вниманием и современные технологии. Мы разработали интерактивные карты, когда ребенок, нажав на определенную клавишу на интерактивной доске, оказывался в том месте, где бы он хотел попутешествовать. Также была аудиозапись других детей, которые рассказывали об этом месте. И к муниципальному, а затем и к региональному этапу Всероссийского конкурса воспитателей Татьяне Кощеевой помогали подготовиться ее коллеги. Большая честь. Мы впервые участвовали в конкурсе такого уровня. И очень рады, что оказалась победа Татьяны Владимировны достойной на областном нашем уровне. В ноябре Татьяна Кощеева отправится на федеральный этап всероссийского конкурса, который пройдет в Московской области. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.